И последнее. Сразу два больших концерта прошли в минувшие выходные в Кабардино-Балкарии. В рамках празднования тысячелетнего союза Мордовии и России в республике с гастролями побывал ансамбль «Песни и танцы у Марина». А в рамках еще одного большого проекта «Нальчик – культурная столица Кавказа» зрители ДК профсоюзов принимали дуэт поэта-песенника Андрея Дементьева и фабриканта Марка Тишмана. О гастролерах Фатима Магомедова. Лучшие номера мордовского ансамбля «Песни и танцы» у Марина на сцене государственного концертного зала в Нальчике. Именно так проходят Дни Мордовии в Кабардино-Балкарии. Акция по случаю тысячелетней истории присоединения народа Мордовии к России уже прошла в 39 регионах страны. Северяне намерены возобновить обменные гастроли в нашу республику. Мы думаем, что на следующий год, если не на следующий год, то через год мы будем ждать ваши коллективы на нашей гостеприимной мордовской земле. А это уже другой творческий вечер. И не артистов Мордовии, а дуэта поэта-песенника Андрея Дементьева и фабриканта Марка Тишмана. Но часом позже на сцене ДК профсоюзов. Они спелись в прямом смысле этого слова несколько лет назад. С тех пор вместе. Их фишка – импровизация. Они не боятся экспериментировать на сцене. Ведь оба – большие дети. Дети так живут. А я, наверное, в этом смысле похож. Старые и малые, они похожи. Творчество Дементьева – острое, прямое, искреннее, эмоциональное, чистое, без фальши и притворства. Песни на его стихи исполняли артисты советской и зарубежной эстрады. Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Карл Гот, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, София Ротару. Теперь и эстрадный исполнитель Марк Тишман. Фабрикант гастролирует отныне исключительно в компании старшего товарища. А эти песни, они, видите, они выдержали проверку временем, а я в смысле репертуара, я счастливый человек. Я беру то, что обожаю просто. Для Дементьева Кабардино-Балкария не чужая. Когда-то он дружил с поэтессой Инной Кашежевой, а она посвящала ему свои лучшие строки. Ты никогда не предашь. Для меня это очень дорого. Это сказала Инна Кашежева. Вот такая вот. Поэт, вот такой это комплимент человек. Да. Большой. Сегодня на родину своей подруги он приехал впервые, привез супругу и внука, говорит, не в последний раз. Фатима Магомедова, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария.